Ребятишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. И добро пожаловать в новую серию флешки подписчика. USB флешки. За мной никто не следит, ребята, у меня уже просто паранойя развивается. Я уже даже не знаю, по сторонам уже оглядываюсь каждый раз, когда выхожу на улицу. И даже я не сплю, понимаете, я ночью сплю по 10 минут. Потому что, ну, я не могу, я просто в любой момент подписчик может зайти ко мне в дом и зарезать меня нахрен. Поэтому не. Эдисон на страже со своей же жизни. Ну да ладно, надо успокоиться, потому что такие эмоции тоже ни к черту. Я не хочу просто лишаться всей нервной системы. Флешка подписчика. Мне интересно, что он сделает со мной и с вами также, потому что вы как бы часть моей семьи, вы часть этого канала, вы также перцы, как и я. И мне интересно, что он, мать вашу, сделает с нами, со всеми. И если ты, сволочь, если ты до сих пор не хочешь признаться, что это твоя флешка, я тебя вычислю, я посажу тебя в тюрягу пожизненно. Поэтому напишите в комментариях, чья это флешка, пока не поздно. Напиши прямо сейчас. А я ее вставлю. Сраку подписчика, когда я его найду. Ну а пока что только в компьютер. Карты? Ты доигрался? Узнаешь себя? Новый ролик появился. Новый ролик на флешке появился. Так, заходим сначала в карты. Ты такого не ожидал. Еще одна карта в Майнкрафте, а? Ладно, ничего. Сейчас мы ее пройдем. Еще одна карта в Майнкрафте. Дальше у нас ты доигрался. Кстати, кто не видел, почему у меня паранойя началась? Потому что смотрите, ролик из прошлой серии. Этот человек заходит ко мне домой, включает свет, пока я сплю, и пишет у меня на лбу, что пишет? Лох, лохозавр. Вот смотрите, вот, вот. Прекрасно, да, просто прекрасно, когда у человека есть ключи от моего дома. Я уже менял замок, если что. Но нет, у него опять как-то ключи появились. Дальше, узнаешь себя. Какой-то новый ролик. Но я пока что не буду его смотреть. Я сначала зайду на карту в Майнкрафте, а потом мы его посмотрим. Поэтому смотри этот ролик до конца. Ладно, а если ты хочешь, чтобы мы побыстрее вычислили, кто же этот подписчик, кто мне подсунул эту сраную дьявольскую флешку? Дьявольская флешка самого сатаны! И кофеечек! Ставь лайкусик прямо сейчас на эту серию, если мы наберем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что следующая серия флешки выйдет прям сразу же. Поэтому Эдисон никогда не бросает слова на ветер, а все зависит именно от тебя. Если не поленишься, поставишь лайкусик прямо сейчас, то следующая серия выйдет прям завтра же. Ты такого не ожидал, карта называется. Ладно, давайте посмотрим. Так, где я чутился? Что это вообще за карта, у меня такой вопрос. Какая-то карта в Майнкрафте опять. Ну как бы ничего нового. Ты чё зыришь? Мешок розовый с мясом! В сундуке у нас салюты, значит, да? Окей. Чё мне делать на этой карте? У меня такой... Алло? Привет. Привет. Это Эдисон? Да. А это кто? Подписчик? Это твой подписчик. Подписчик твой. А как? А номер откуда у тебя мой? Скажи, пожалуйста, где ты живешь? А номер откуда у тебя? Номер откуда? А где ты? А номер откуда? А скажи свой номер телефона, я тебе позвоню. Ты сейчас звонишь мне. Ты сейчас мне звонишь, какой номер телефона тебе? Эдисон, скажи, пожалуйста, а что ты делаешь? Ролик пытаюсь записать, а ты меня перебиваешь. Откуда у тебя мой номер? Эдисон, а можно тебе позвонить сейчас, пожалуйста? Ты ебобо? Ты сейчас мне звонишь. Ты прямо сейчас мне звонишь. Мы с тобой прямо сейчас разговариваем. Нет, тебе кажется. Со мной разговариваешь, шедрёная коротышка, в смысле? Эдисон, а выйди погулять, пожалуйста. Не выйду я никуда гулять, мне ролик нужно записать. Пошли гулять. Кого? Пошли гулять, у меня подарок есть для тебя.
У меня тоже есть для тебя подарок. У меня есть ремень, мать твою. Я сейчас за ним сгоняю, отшлепаю тебя так, как твой отец тебя еще не шлепал. Да! Собака, как я шандарахнул телефон свой, он аж упал, чуть не сломался. Возможно, даже сломался. Плюс 9, 699, 69, 60... ТВОЮ МАТЬ! Вы этого не видели, пожалуйста. Вы этого не видели. Вы этого не видели. Вы этого не видели! Там ничего не было. Просто поставлю телефон на беззвучный. Там ничего не было. Уйди отсюда, шашлык ходячий. Вы ничего не видели, что там было написано? Табличка, там какие-то цифры были! Твою мать! Ага, да, там какие-то цифры были. Не обращайте, пожалуйста, внимания. Так, ладно, что это за карта? Я понял. Он меня поздравляет с 3 миллионами подписчиков. Кто не знал, у нас на канале недавно стукнуло 3 миллиона. Ура! Давай. Так, сейчас, Эдисон, успокойся. Пошел. Так, я выключу сейчас телефон. Все. Вы ничего не видели, что на табличке это было написано? Ребят, я предлагаю дружно сейчас всех нас, меня и вас поздравить в комментариях с тем, что у нас на канале стукнуло 3 миллиона, ёпты! Хоть этот сволочь подписчик, который мне подсунул эту USB-флешку, жопочник! Зато он меня с 3 миллионами поздравляет. Поэтому давайте мы дружно все поздравим друг друга в комментариях. Я поставил на беззвучный. Может, хватит уже мне звонить, пожалуйста? Какие хе-хе-хе, хватит звонить! Чё хи? Я сейчас за ремнём сгоняю, честно тебе говорю! Пикачу! Какой Пикачу? Пикачу. Ладно. С 3 миллионами! Спасибо большое, подписчик, который мне флешку подсунул. Напиши в комментах, ты ли это, сволочь! Хватит уже мне, вы даже номер моего телефона уже спалили! Ладно, с Майнкрафта мы выходим, сейчас посмотрим, что там за ролик. Карты, ты доигрался, ладно. Кто все же хочет посмотреть, что было в прошлом ролике, и как человек забрался ко мне домой и написал у меня на лбу лох, надо мной прямо сейчас есть подсказочка. Нажми и посмотри, потому что такой дичи со мной еще никогда в жизни не происходило. Посмотри, пожалуйста, а потом досмотри этот ролик до конца. Ладно. Новый видос на флешке называется «Узнаешь себя?» Ну, давайте посмотрим. Мне уже страшно, но окей. Твою мать, а потом вы меня спрашиваете, откуда у меня эта паранойя? Откуда? Это потому что человек за мной следит, просто, вы понимаете, я мусор не могу выйти и вынести, потому что он просто за каждым углом следит, где я? Я не знаю даже, что представить, если он человек, если этот мудак заходит ко мне домой ночью и разрисовывает меня.